Здравствуйте, друзья! С вами магазин Bag24, и сегодня у нас на обзоре вертикальная сумка Transformer. Сейчас я продемонстрирую огромный функционал данной сумки Transformer. Мы заполнили немного сумку. На лицевой стороне у нас есть накладной карман на молнии. В него мы поместили планшет. Также есть накладной карман на магнитной кнопке. В него мы поместили книгу. На задней стенке у нас есть также огромный накладной карман, но мы в него положили визитки и наушники. Сюда поместится очень много мелких вещей. Основное отделение поместило в себя ноутбук 14 дюймов. На передней стенке есть карман для мобильного телефона. И карман мы использовали еще один для ключей от дома и автомобиля. Также в отделении у нас поместились зарядные устройства для мобильного телефона и ноутбука. На задней стенке есть скрытый карман на застежке. В него мы поместили бумажник, паспорт и холдер с картами. В чем же заключается суть трансформера? Ее можно использовать как классическую сумку, нося ее за две ручки кожаные, также с помощью ремня носить через плечо. Но самое главное, его можно использовать как рюкзак. Ручки у нас прячутся в карманы на кнопках. Цепляем на стенке ремень один. В комплекте их идет два. И вот так вот у нас получился современный модный рюкзачок. Из-за своего функционала данную сумку можно использовать практически во всех ситуациях в жизни. Если вас интересует тематика изделий из кожи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А данную сумку вы приобретете по ссылке под видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!